непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Всем привет, мои хорошие. С вами я и Яшка, и Машка. Вышли погулять, представляете, без сумки, без ничего. Мы сюда по тому берегу шли, а сегодня по этому. Какой красивый этот. Посмотрите, двор не такой, дом не такой красивый. А посмотрите, видите, как красиво. Бассейн даже есть. Хочет избавиться от животика своего. Посмотрите, как дружно. Ашка, Кепеклер, Кедилер, Хепберабер, о да. И все кушают, а? Пашка, дай дурпер. А, е. Кушай, на, моя хорошая. Смотрите, сколько кошечек. Прямо как смотрят, видите, кормят их. Кто на той территории? Ашким говорит, были летние, а потом уже здесь люди постоянно живут. То есть раньше покупали, приезжали на лето. 2-3 месяца побудут и возвращаются там из всех городов Турции. Билерова Машимды. Buraya doktorlar istiyorlar, oraya hakimler, avukatlar istiyorlar. Aa, говорили, что это дом врачей, а вот там напротив дом юристов, адвокатов. Аладим, судей. В 90-х годах. Татиль yeri. Летние дома для отдыха. Не качаю, кэди. Те кормят, как их специально. Неравнодушные, добрые люди. А, какая собачка. А, посмотрите, полиция говорит, что говорит, не знаю, но рыбачить нельзя, может, на берег нельзя. А почему, интересно, на берег нельзя? А, видите, размущаются. А, рыбачить нельзя. Друзья мои, запретили. Вы видите, возвращаемся. Вышли со школы погулять, вы запретили. Всех разгоняют, всех. Вот женщины полицейские. Говорят, нельзя, они все равно пошли. Печат там. Видите. А Ишким испугался, какой он трус. Пойду я его другой дорогой возьму. Боже, какая... Нардыль? Какая красота! Вот это ситек мне очень интересно было, но его в том году оно было заброшенным. Смотрю, сейчас люди там, видите, на веранде что-то может делать. Такое место шикарное и было брошено. Ну, а здесь вот такой стадион у нас, видите. Вот. Ни разу мы, не знаю, что здесь, может, гольф. Бурада гольф ой ну йорда. Да, говорит, гольф. Без Америка да из. Ашким. Не гюлюрсн, гольф. А мане, топ и чин бурда йок. Гольф более вар, ола билир. Я говорю, там есть эти ямочки для гольфа. Как ты? Насу не кадарсен коркюрсен полиса. Чиза я сарсен. А, чиза. Не кадар. 3,5 миллиард язарсен. 3,5 говорит. Сара, görürsün. 3,5 сен, 3,5, 7 миллиард. Кредит чекеriz. Tabii ki. Смотрите сами. Внутри, внизу было. Полиция опять приехала. Видите, вот заброшенный, не так ли? Смотрите, всех возвращает. Всех возвращает. Говорит, нельзя. Посмотрите, какие домики. Я как-то давно показывала вот видео. Полные, видите, тарелочки наполненные. Кошкин дом. А? Кошкин дом. А, хады, хады. А, орадан кириорлар, бактынцы. Видите, где живут кисы. Вот так вот смотрят за животными. Это твой домик, да? Ты хозяйка этого дома? Киса, кис.
Смотрите, какое красивое сито. Говорит, очень дорогое. Не пахалы. Здесь и охрана есть ночная, и айдат, то есть плата за месяц подороже. Ama güvenlik falan güzel. Havuz var mı? Havuz olabilir. Bizde niye yok güvenlik şimdi? Ha? Aydat'ın 80 lira oldu. За то, что мы платим 80 лир, поэтому у нас нет охраны сейчас. Мы наблюдаем сейчас за собачками, как они играются. Вот спортсмены, видите? К Олимпиаде, говорит, готовятся 21 года. Вышли мы, вот Medical Park. Клиника частная, вы знаете. Посмотрите, какая мода в этом году. Новый сезон. Так, пробегуся. С Ашкемом углубились мы. Мой любимый магазин. Идем вперед. По берегу нельзя. Ну, почти-почти до Марины дошли. Вот хорошие магазины Samdex. Здесь дорогие вещи, но качественные. Так хорошо. Супер. Прогулочка сегодня у нас с Сашкимом. Смотрите на эту собаку. В майке. Магазин Honda. Фиатлары язьорлар? Такие машинки. Цены 77 500. Вот такая машинка Honda. Красиво это. Не кадаро? 167. 167? 177 тысяч лир. Ама он сифр дейль. Сифр дейль. Икинджи эль де? Кач модель? Икинджи. Это использованная машина. 177 тысяч лир. Друзья мои, вот это очень дешевый магазин Турции. Здесь можно по дешевке все купить. Это вот посмотрите. Какие-то полотенечки по 2 лиры. Носки не знаю какая стоимость. Будет копейки. Тапочки здесь можно купить. Вот. Такие тапочки по 13 лир. И вот такие вот сейчас смотрю. Эти по 15. Видите? Эти по 30 лир. Они мне почему-то не нравятся. Так, эти по 11, совсем простые. Эти по 15. Эти по 11, вот эти по 20. Разные расцветки. Эти по 11, такие красненькие. Там сумочки, это мужские. Здесь как сабу закрытые. Какая цена? 35. Это, знаете, для работы, для клиники, в медицинских учреждениях у меня такие были. Вот эти обычные. 7,50. В общем, это дешевый магазин. Эти почем? 11 лир. Вот. Видите? По 11 лир.
А вот детские. А, алмак, алаимы, терли. Вот ашким. Вот для дома. Сейчас, если гости придут, у нас нету. Сейчас мы тоже возьмем тапочки. Детские по 10 лир такие. Пока имшим. Видите, аж кому не надо говорить, что мне надо, он сам знает. Такие штаники для дома. И синтетика, будет поэтому дешевый. Вот мужские, да. Вот такие по 18,50. Вот такие по 18,50. Вот такие цены. Вот 25. Маску надо одеть, так зайти. А внутри вот такие, кстати, за 25 лир. Яркие все цвета. Здесь уже подороже. Такие есть цены, не написаны. А, по 40 лир вот эти. Конечно, уже получше качество. Скидка 74, сейчас по 50 лир вот такие. Это мужские. Скидка 40 лир. Скидки Индирим. Раньше я так любила эти заколочки, а сейчас мне некуда их цеплять. Не так ли? Люблю этот магазин. Скидки. Вот 40% скидки. В принципе, я в последнее время всегда заказывала по интернету, под Ватсона. Какие-то новые Нивии. Это пенка для волос. Скидка на них тоже есть. Сейчас я смотрю, какой у меня стилинг. Стайлинг, стиль гуд. Лучше почитать по интернету с переводом спокойно. Потом уже покупать. Спрей. Сколько чего есть. Ну, не знаю, для чего это сейчас без очков, я не вижу. Это что? Экстра кератин. Профессиональный. Видите? Масла различные. Вот это что? Я в жвачку такую взяла. Это сухой этот шампунь. Как лак. А? Ашка, будь некадар. Хиндистан джевизияги. Кокосовое масло. 40 лир. В общем, вот такой вот магазин хороший, скидки, 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 видите, шампуни, какие хотите, тут краски, друзья мои, пришли с Ашкымом, проголодались и не захотели нашу еду, а Ашкым заказал кебаб, вот там вот, где вкусно готовят. Дурум называют. Дурум кебаб. А ну, ашкенбак. Моя помада. Тут. Вот такой салатик принесли. Лимончик. Ну, фанта наша. Посмотрите. Очень большая. И я еще половина съела. Вот на очень большая. Да. И это все стоит 15 лир. Ашкен так любит эти хазыр емеклер. Чуксавер. Такой счастливый. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.